Привет всем, с вами Лига Music Wars. Давно мы не устраивали с вами что-то интересное и прикольное. Один из подписчиков моего канала предложил тему. Что произойдет, если собрать 50 человек в пятой комнате наверху башни? Я говорю, а я и не знаю. Он говорит, а давай проверим. В общем, идея такая, что если 50 человек выйдут в верхнюю часть комнаты, то есть при этом не произойдет ни одного боя, ни одного открытия сундуков по истечении всей башни, то проблема будет с выдачей главных мест, это 100%. Но и второе, флешплеер от отработки такого большого количества элементов должен повиснуть. То есть я хотел бы записать по сути видео и предложить вам поучаствовать. Тему мы сдвинем на воскресенье, на это воскресенье, на 9 часов вечера. Надо собрать 100 человек, можно даже больше. Все люди должны записаться одновременно. То есть, и тогда с большим количеством мы выйдем, скорее всего, в эту пятую точку, так скажем, этой башни. Но отличительной чертой наших игроков будет отсутствие у них снаряжения. Пожалуйста, если вы идете в башню, снимите снаряжение. Ну, давайте сейчас посмотрите более подробнее. Дальше в видосе вам все расскажут, что нужно делать. Первым делом идем сразу в левый верхний угол. Вот мы дошли. И стоим, ждем, пока до нашествия душ сверху не будет 30 секунд-минута. После чего мы переходим сразу в ближайшую комнату на второй этаж. У меня, сразу скажу, не получилось перейти в ближайшую комнату, потому что там стояли люди. Вот. Поэтому я перешел на второй этаж через другое помещение, через другую комнату. И уже после того, как напали души. До конца остается 3 минуты, видно, что 2 человека прям постоянно стоят со мной, ждут баф. Приходят, берут бафы, уже после нашествия душ также берут бафы, после чего я перехожу на второй этаж. Тут также ждем в первой комнате, куда все перешли, ждем, пока не останется 30 секунд до нашествия душ, после чего переходим в ближайшую комнату. У меня не получилось пойти в ближайшую, потому что за мной завязался хвост. Поэтому я перешел уже после нашествия душ. Перешел, и как видно, человек оказался дружелюбным, а не враждебным. Также ожидаем до конца нашествия душ 30 секунд и переходим в ближайшую комнату, чтобы подняться на 4 этаж. Поднимаемся на 4 этаж и также ждем, чтобы до конца нашествия душ было 30 секунд. Сейчас в комнату вошел человек, для чего мне пришлось перейти в другую комнату, но сути не меняет. Также до 30 секунд до конца переходим на 5 этаж. Цель, чтобы все одновременно умерли на 5 этаже, все 50 человек.